На имя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева ушло еще одно письмо с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в связи со сменой ректора Чувашской сельхозакадемии. Документ подписали члены Совета ректоров вузов Чувашской Республики. Среди подписавшихся Всеволод Агаков, ректор Чувашского госуниверситета. Алексей Судленков, председатель Совета директоров учреждений начального и среднего профессионального образования Чувашской Республики. Валерий Алексеев, проректор Чувашского госпедуниверситета. Андрей Богомолов, проректор Чувашского республиканского института образования, Александр Акимов, директор Чебоксарского политехнического института и Юрий Исаев, директор Чувашского государственного института гуманитарных наук. По их мнению, замена не должна быть связана с нашумевшим рейтингом неэффективных вузов. На конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся за Николая Ивановича проголосовали 90% коллектива Академии.